матч задача была с первых минут начать не столько играть в наш футбол, открытый и вперед, и назад, насколько сыграть от обороны. Главное, чтобы сзади на ноль сыграли. По-моему, первый, я не знаю, может, второй матч всего лишь. Да, второй матч, который мы сыграли на ноль, для нас это важнее, потому что наш вратарь Шамиль Саида, он тащит невероятные мячи, и тем не менее он не попадает в символическую сборную, потому что один нелепый мяч на этом поле. Посмотрите на эти ворота. Поле в два раза меньше большого поля, и здесь практически невозможно отставить на ноль. Поэтому мы хотели первым делом, чтобы нашему вратарю было меньше хлопот, и алхамдулилля. Но все равно ему пришлось попотеть, если честно, сегодня. Ракета демонстрирует хороший, качественный футбол. У команды есть свой стиль. И можно ли сказать, ну, продолжается преследование Эльбина, можно ли сказать, что Ракета сейчас находится, наверное, в лучшей своей форме с начала сезона? С начала этой дуни, наверное, мы играем на лучше, чем прошлые сезоны. Все раньше команда была. Ивана Середина была, Олимпик команда, потом, ну, Марсель, разные названия, но я не помню, я не знаю историю первых сезонов, но как я пришел в команду, мы в прошлом году мы выжили. Мы были ФК выжившие, как Махачев отметил в хэштеге. И сейчас, алхамдулилля, второе место. Поэтому мы, конечно, есть желание, если бы Эльбин как в прошлом сезоне играл, еще можно было надеяться. А так они сити, они невероятные, им большой лайк, если честно. Поэтому мы играем в свой футбол, второе место для нас это тоже будет отличное. Ну, Ракета, они, конечно, получше играли. Они во втором тайме контролировали больше мяч. У нас моменты были, мы просто свои моменты не реализовали. И опасные моменты тоже, конечно, были, но у них все-таки больше было по моментам. Точность тоже сказалась, пасы у нас не проходили, последние пасы не было. И уже как-то свои глупости начали делать. Там вот эти прострелы не нужны. Ну, ни игра не пошла, в общем. Хотели как-то собраться во втором тайме, но все-таки они получше были.